Hello, тут Nick Nine AAA, и мы продолжаем проходить Sacred 2. Не заметьте, что, короче, на самом деле, оказывается, вот он уже есть у нас, разменщик, и он еще мне дал, короче, 2 скилла, и, по-моему, один из них как раз-таки воины преисподней, если я правильно помню. Мрачная решимость, это, по-моему, вот это, да, усиление. И воины преисподней. Воины преисподней, вроде как, это и есть те самые воины преисподней, да. Вон, день создает воинов-призраков, которые сражаются, не восстраняются. Призраки существуют до тех пор, пока не будут уничтожены. Идеально. Возможно, конечно, они полные лохи, но это не точно. Почему? Я не могу его использовать. Куда его? А. Нет. А, типа я могу одно использовать за раз. Целых 2 воина скелета можно призвать. Ах ты, ёшки. Как это выглядит эффектно. Существуют они столько, сколько мне надо. Хорошо. Так. А что за там вообще в целом? Сплочение душ, я видел, там еще было что-то. Что за сплочение? Так, воин тени временно становится невидимым, но если его находят слишком близко к противнику или использует магию, могут обнаружить сплочение душ. Погибшие враги встают из мертвых и сражаются на стороне воина, пока вот вытекающая из них энергия способна поддерживать их существование. Башня скелетов, понятно. Призрачная рука, понятно. Пока что будем качать воинов-скелетов. Мне просто интересно, насколько они реально могут стать полезными. Я что, продал? Серьезно, тебе можно... Отдай, пожалуйста. Реально продал. Блин, могли бы сделать, чтобы можно было бы не вручную все это складывать. Пока что свои, я не знаю, какие мне нужны вообще. Воина преисподней. Блинский, я забыл. А, можно было посмотреть. Воина преисподней, да. Хорошо. Мне просто интересно, насколько они хоть как-то будут полезны. Вот, потому что если да, то да. 500 золота. Нехило, я смогу купить только всего лишь парочку. Так. Яростный рывок. Ну, мне пока не надо. Это дьявольское дуновение. Боже, защита мне не нужна. Отлично, 2 воина преисподней есть. Ну-ка. Восстановление... Время восстановления всех навыков плюс 50. Уровень воинов 7. Офигеть, они сильнее, чем я. Это какой-то прикол? Ух ты, посмотри, они уже щитом и каким-то этим. Хорошо, так, следующее задание у нас как раз-таки разобраться с этими. И не знаю, возможно, они, конечно, тупори еще те. Вот, что меня периодически смущает, но это не точно. Увидим. Просто говорю, я главным образом, получается, танкую, а они чисто для урона, по факту, мне нужны. То есть, если, например, там еще что-то можно будет для урона получить, то без проблем. Мне интересно просто, сколько они в целом могут бить. Ну-ка. Сор? Чего, блин? Ни хрена себе они бьют, извините меня. Ты видел, они по 40 ракету влупливают просто за один удар. Я просто увидел сундучки. Извините меня, они быстрее справляются с ребятами, чем я. Но это, видимо, покамест, возможно. Как спрятан, ты посмотри.
Смертоносный метательный кинжал. Так, где-то здесь у нас задание. Здесь на загорой, отлично. Гениально. Просто гениально. Так что мы, короче, следующим навыком, возможно, возьмем ношение доспехов. Для того, чтобы максимально просто... А как вам попасть? По берегу, что ли? Нет, а как к ним попасть-то? Типа у меня задание вот... Вообще по-другому. Так, стоп, подожди. Только через верх. Ладно. Ладно. Ну, в целом, если нам будет хватать для того, чтобы постоянно повышать скелетом уровень, то в теории это неплохое подспорье. Вот, еще бегали бы они чуть-чуть быстрее, было бы вообще по-кайфовому. Что у них за мания ставить эти... Как его? Здание так. Да ладно, уровень уже. И где здесь обучение ковки? Что-то непонятное. И ладно, ковки. Как мне попасть к разбойникам-то? И как откуда кабаны вылезли? Там воин рядовой с кем-то, короче, закусился. А. Ну давай зайдем, возможно, здесь внутри обучение ковки. Игра сохранена. А как тебе это понравится? Не понял, что, скелеты исчезли? Мне нужны эти набивные плечики. Не понял. Где скелет-то? А, да, исчезли, скорее всего. На каждый локи их призывать надо? Это будет печально. Покажи, на что ты способен. Оу. Еще разок. Оу, вот это мне здоровье это снимает. Следующий враг. На, чемпион, скелет. Так, ладно, качнем. Новое. Отлично. Есть ношение доспехов? Ношение доспехов. Увеличивает защиту, которая предоставляет доспехи и снижает нагрузку, вызванную ношением доспехов. Позволяет носить доспехи более высоких уровней. Бонус за доспехи плюс 10%, штраф времени восстановления, уровень предмета без штрафа 5. Ага. А, ты посмотри, надо качать, получается, чтобы повышать уровень. Серьезно? Они сделали это так? Ну-ка, у меня получается сейчас уровень какой? 3-й. И мне, чтобы качнуть, 4-й. Серьезно? А почему у меня с ничего поднялся уровень воинов? Он поднимается еще вместе со мной? У меня есть множество вопросов теперь. То есть мне по-любому надо брать, получается, средоточие.
Ох-ох-ох. Снижает время восстановления средоточия владыка мертвых и уровень. Максимально четвертый, но, видимо, да. Ну ладно, что делать? Серьезно, максимальный уровень так... Они таким образом сделали, что ты не сможешь взять все и сразу. Косяк с их стороны, честно говоря. Скелет, который бьет больше, чем я. Кайф. Нравится. Так, а что они качнут? Так. Воины преисподней. Воин тени создает воина призрака, который сражается на его стороне. Воин призраки, да-да-да. Уровень воинов такой-то. Восстановление, следующий уровень. Так, отряд создает дополнительного воина призрака. Воина призрака наносит больше урона. Командир создает еще одного дополнительного воина призрака. Оснащает воина призрака значительно улучшенными щитами. Увеличивает скорость восстановления здоровья воинов призраков. Улучшает доспехи воинов призраков. Пока что дополнительного, пускай у нас будет их три. Не знаю, возможно, я запарю чара, но я думаю, что скорее всего нам хватит, чтобы пройти. А вот три, да, реально три. Но с тремя призраками, я не знаю. Плюс 120 урона. Но я не знаю, насколько они будут полезны или бесполезны в дальнейшем. То есть, будут ли они что-то уметь делать дальше или нет. Бойцовский тесак. Ну, типа, они, во-первых, в одиночку сами могут вырубать кого-то. Это уже плюс. А нет, тут что-то все-таки есть. Это задание. Ой, ёшки, сколько вас тут. Это еще. Окровавленная карта. Здесь мы все собрали, все, что надо было. Да. Больше задания не вижу. Не могу не позволить себе с той толпой еще разобраться. Электроны, вы где? Ой-ой. А, это ловушка. Еще разок. Серьезно, скелеты даже с ловушками разбираются. Офигеть. Они вообще все гасят, все, что может похоже быть на врага. Вы кто и как вас зовут? Идите скелеты разбирайтесь. Ну, удобно, удобно. Пока что это удобно. Офигеть, просто без меня зарубили, чувачка. Маленькое лечебное зелье, понятно. Ты убиваешь моих людей, и после этого тебе хватает наглости заявиться. Да, я уверен, что тебя послал этот куда умный ученик кузнеца. Похоже, это мучает, его мучает совесть. Он ведь не сказал тебе, что продал эти детали мне. Пойди сюда и получи заслуженное наказание. Я не думаю, что это получится так, как рассчитываете. Именно об этом я и говорю. Так, книга по кузнечному делу. Ну, типа, вроде как здесь все собрали. Блин, прикольно, пока что мне очень нравится. Не знаю, насколько, конечно, вторая часть в сравнении с первой лучше. Но пока что прикольно.
обожаю что-то вот в таком формате, типа квест, Диабло. Кстати, надо будет Диабло, возможно, как-нибудь третью пройти, но я не знаю. Она у меня не запускалась вроде как, или запускалась, не знаю, посмотрим. В целом я бы прошел бы. Вторую я, кстати, прошел и перевыложу, перезалью на этот канал, потому что там был момент, когда я просто на другом канале проходил, и поэтому ее здесь нет. На Diablo Titan Quest я прошел. Так, отлично, с этим разобрались, и остались у нас только, получается, почему-то откуда-то. Почему надо каждый раз это заюзывать заново? Так, а как попасть-то к вам? А, я типа все выплыл здесь. Это все было под землей. Ну, окейушки. Вот и замечательно. Типа реально все выполнил? Интересно, интересно. Да, мы уже опозарились худшего, теперь мы можем быть уверены. Спасибо за подробность, пожалуйста, покажи нам найденную тобой карту. Я выполнил задание. Уничтожь банду разбойников, принеси мне голоду и победителя благодаря найденным тобой картам, что-то там, туда-сюда и где-то наверняка обнах. Обучение спутники. И сдать можно задание какое-то еще. Или взять. Не понял я. А, тут же кто-то был, да. Да, Таро. Да, это правда, я действительно продал эти детали, но не смог удержаться, я уже признался в этом хозяину, и он простил меня. Спасибо за помощь, мои вот деньги, которые я получил от разбойников, и меч — это моя лучшая работа. Правда, он еще не доделан, если хочешь поговорить с хозяином, я уверен, он тебе не откажет. Задание выполнено. Так, у меня есть что разменять? Какие-то, может быть... О, сколько всего. Так, дьявольское дуновение, сплотение душ, боевой стандарт, мрачная решимость. Так. Это мне не нужно. Пока что это мне не нужно. А что за дьявольское... А, не то взял. Подожди, я живу. Боевой транс. Так, есть 500 золотых? Есть, отлично. То есть, получается, мы даже максимально прокачаться не можем-то сразу. Воин преисподней. Четвертый. И это, типа, максимальный. Ну-ка, как они выглядят? Да то же самое. Так, окей, хорошо, второе. Доспехи, уровень. Ученическая шипастая телпа. Доспехи 22, защита от дальнобойных. Владение щитом. Владение щитом, это нам не нужно. Не нужно. Меч. Пробная работа. Это с кузнецом надо расточить. Где кузнец, кстати? Подожди-ка. Все остальное в теории можно спокойненько себе взять, да и продать. Это мне нужно. И что здесь остальной кортик, который, блин, походу лучше, чем мое оружие. Метательный кинжал. Инквизитор, высший эльф. Воин тени нам это не надо. Магический посох не нужно, либо отряд вручную не нужно. Энергопушка адепта, модификатор стрелок. Энергопушка? Что? Как это энергопушка? Спасибо. Что это энергопушка? Мне просто интересно. Так.
Поговорить с кузнецом для улучшения. Отлично. И чем я улучшить могу? А, да, ну вот, понятно. Преобразование магическое будет. Ну ясно, тут улучшать кузнеца, в принципе, ничего нового мне не рассказал. О, на плечи. Давай возьмем. Так, какая стрела появилась на плечи и обруч, перстень, урон, лед, кусок лавы, преобразование физическое в огонь. Я правильно понимаю, что это как раз таки то, что тут можно тоже вставлять в кольца, в всякое. Да. Ага. Все, понял. Замечательно. Если что, этот меч у нас будет вместо этого. 33... 27-33, а этот... 30-37. Ну давай, ладно, оставим так, просто потому что он прокачанный. Мне кажется, у них мечи как будто стали огромные. Так, ладно, хорошо. А, сейчас мы быстренько продадим тебе все. Не ты. А где? Забери слабую. Так, все, тут мы все сделали. Значит, у нас осталось задание. Ну давай уже выполним, так и будет это задание, которое типа обучение спутники. Так, просто по-быстрому сбегаем. Где она там, в самом низу? А, мы же можем телепортнуться. Правда, можем. Спасибо, что напомнил. Так, я понял, что после того, как я телепортируюсь, надо заново призывать всех скелетов. Отлично. Этим мечом я бью сильно больше. Почему-то. Так, они бьют именно того, кто бьет меня, или да, я понял. Причем все на одного. Так, хорошо. Здесь мы типа все выполнили, надо туда сходить. Обучение спутники. Ну пойдем, да, доделаем уже. Здесь типа все обучение якобы пройдем. Так, еще уровень. Что? А, текст. А, игроки. Так, следующий уровень, максимальный 5-й. Телосложение. Но здесь мы качаем только живучесть. Телосложение, что дает? Восстановление здоровья, здоровье, дополнительные мечи. Бонус скорости атаки и бонус к атаке, да. Средоточие владыки мертвых. Ну давай, коль мы типа идем в этого. Потому что мне интересно просто максимально всегда, чтобы был уровень скелетов, чтобы они были всегда сильно больше, чем я. Ну, то есть, типа, чтобы они никогда не отставали сильно по уровню. Потому что если они начнут отставать, то это будет нонсенс. Потому что, говорю, я танкую. Не понял, что я еще не улучшил? А. Да ладно, прям так. Еще одного дополнительного. У них здоровье есть. Как я могу посмотреть их здоровье? Ну-ка, что, четверых уже? 9 уровня, четверых. Серьезно, четверых.
Прикол. Отнеси этот мешок червями моему брату. Эй, ты случайно не в Слоутфорд держишься? Да, конечно, я там буду стопудово, потому что там надо будет сдавать задание, по-моему, с этими, с помощниками. Ну, 4 скелета — это уже армия. Интересно, правда, сколько они бьют. Ну, тупят они периодически, прям не по-детски. Ну и бьют не по-детски пока что. Интересно, кстати, будет ли у меня этот... какой-то модификатор, который будет добавлять им урон. Блин, черепахи реально как на квесте просто, один в один. Так. А где? Пещера. Должно быть, это где-то здесь. Лейтенант Рин напоминал о пушке, но думаю, что меня ждут другие сюрпризы. Точно, пушка. Да ладно. Все, я хочу пушку. Нахрен мне... А нахрена мне тогда вообще было качать эти... навыки дурацкие, которые у меня... Если тут энергетические пушки есть. Серьезно? И скелеты на них бегут. Даже подходить не надо вообще. Сразись с ним. И помни, никакой пощады. С кем сразиться-то? Ну ладно, пойдем в пещеру. Проблема только пещер в том, что никакого промаха. В том, что мне заново надо призывать каждый раз там скелетов. Вот это реально геморройно. Так, тут где-то было что-то, типа, можно открыть. Нехило они того-то убьют. Это все, на что ты способен. Откуда, интересно, здесь? Это. Не мешай мне. Такой ты нетерпелив. Магия. Ой, магия. Вот ты, блин. Пушки. Энергетические. Ну, наверняка пушки использовать можно только, типа, на низком уровне. А там дальше вряд ли можно будет использовать пушки. Блин, я зря взял, короче, мечи. Да-да, смотри, пушка, реально. Ну так, очень эффективно, потому что из-за дальнего оружия у меня получается сразу насылаю своих скелетов на всех. Есть, наверное, одна только проблема в скелетах, что они не очень, видимо, попадают. Что у них атака, возможно, плохая. Но бьют они поболее моего, мне кажется. Да, по-моему, просто банально скоро место в сундучке закончится. Полная зачистка подземелья. Но в подземельях на самом деле видно как-то хреновастенько, я не знаю почему. А, ну потому что стены не... Им надо было делать, короче, так, чтобы когда ты поворачиваешь, то стены видно, ну, вид должен был меняться.
Так, чего, типа, все? Мы тут всех, что ли, заубехали? Похоже на то. Ты хочешь мне задание дать? Пусть Люмен будет с тобой, мой... Спасибо, бежим, пока они не вернулись. Я пока что просто бегаю с энергетическим оружием, просто потому что мне по приколу. Потом понятно, что мы что-то другое возьмем. Хотя против дальнего такого оружия, типа вот такого именно а-ля энергетическое оружие, особенно если можно было бы щит одеть при этом, было бы вообще кайф. Ну даже так неплохо. Благодарю за спасение моих товарищей. Теперь мы немного отдохнем и подлечим раны, а позднее совершим еще одну атаку и попробуем уничтожить пиратов. Вот, возьми в качестве награды. О, вот это мы экспы получили. Че? Так, я так понимаю, что мы обучение прошли и в целом все задания вроде как прошли. Так, ладно, давай быстренько телепортнемся сюда. Там внизу сдадим задание и сверху сдадим задание. На этом, наверное, закончим эту серию, я думаю. Так, ну-ка. Вообще не туда пошел. Это раз. Во-вторых, скелетов всегда надо призывать. Даже не сопарились над созданием новой анимации. Ну, типа для того, чтобы, когда он призывает скелетов, была бы другая анимация. Ну да, я попадаю, конечно, так себе. Так, там внизу. Нет, вот тут вот. Я только что из Дерла. Вы там когда-нибудь были? По мне так просто дух захватывает. И что? Просто так болтопорик. Хорошо, и одно задание осталось. Армия просто скелетов бегает. Так, ну учитывая, что у меня на начальной локации уже как будто бы 6-й уровень. Не знаю, это либо из-за того, что я типа допзадания делаю, либо из-за того, что... Либо из-за того, что... А, тебя послал мой брат, он и передал новую ножовку для меня великолепно, понятно. Все. Тут все выполнено, по-моему, прям по максималке выполнено. Ну окей, ладно, тогда мы на этом закончим. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу Discord, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. А мои скелеты все равно пока что разберутся с этими разбойниками. И даже мне никто не успеет, наверное, ничего не... Ну, успели ударить. Пока-пока.